Всем привет, ребятишки! Вот мы и подошли к последним 5 матчам второго дня группового этапа The International 2023. Предыдущие матчи вы можете посмотреть на канале, а именно аналитику, предикты по ним. Сейчас мы будем разбирать последние матчи. Начинаются они с Virtus.pro Nouns. Мне кажется, то, что Nouns намного сильнее Virtus.pro. Мне кажется, то, что Nouns будут в группе на предпоследнем месте, а Virtus.pro на последнем. Пока что так и есть, так и предиктил. В принципе... Я здесь обеими руками за 2-0 от Nouns. Дальше, следующий матч. Это было очень кратко. Следующий матч. BetBoom против Azure Ray. На удивление, BetBoom меня прям реально разочаровали. Я думал, то, что они будут на первом месте, Azure Ray на втором в своей группе. Azure Ray действительно на втором месте, а BetBoom жестко отстают по статье. Мне кажется, то, что если такая тенденция прослеживается изначально с турнира, со старта, то как бы BetBoom в принципе ничего и не светит, потому что по моей аналитике они должны были резко именно стартовать. Так что здесь я отдаю свое предпочтение Azure Ray. Я думаю, что будет либо мечта, либо ничья, либо победа Azure Ray 2-0. Все-таки я склоняюсь, наверное, больше к ничье. Индивидуальные игроки команды BetBoom очень сильные. Может быть такое то, что по моральной составляющей они... будут сегодня на подъеме и выиграют Azure Ray в 2-0. Как бы я этого не исключаю, но здесь бы я предпочтение отдал все-таки ничье. Следующий матч. Talon против Quest и Sports, которых подписали PSG. Тут сошлись такие две стези из моего общего представления о турнире, вообще о соревновательной доте сейчас. Талоны, мне кажется, первый день был ошибкой, они будут сейчас начинать выигрывать. Квесты, мне кажется, играют в ничью и будут продолжать играть в ничью. Следовательно, мы ставим на что? Мы ставим на ничью, то что талоны выиграют одну карту, и при этом квесты как бы сыграют в ничью. То есть и то сойдется, и то сработает. По итогу я отдаю свой голос за ничью. В данном противостоянии следующий матч Gaimin Gladiators против Beast Coast. То же самое, мне кажется, будет ничья. Мне кажется, то, что Beast Coast выгрызут одну карту, тем более, что они сейчас идут 2-2, тем более, что гладиаторы идут 3-3, и гладиаторы также одну карту, ну, подсольют. Как-нибудь там произойдет, какого-нибудь мипа Джимпарку возьмут, и они не будут готовы против этого играть. Ну и вообще, если так говорить, как я и предсказывал, гладиаторы не будут показывать супер сногсшибательные доты, как все от них ждали, кроме меня, разумеется, потому что я прочитал, что на НТ им как бы ничего такого супер-супер первого-второго места не светит. Последний матч ЕГЭ против Панд. То, что Панды проиграли, они начали с того, что проиграли две карты Спиритом вчера. Это, в принципе, ничего такого не значит, просто Спириты очень заряженные, Панды, тем не менее, играют очень хорошо. ЕГЭ как играли плохо последние полгода, так и играют, так что здесь я отдаю просто 2-0 за Пандами, и они будут жестко выигрывать. Я думаю, к инту они очень серьезно отнесутся, если у них будет какое-то преимущество, то они уже не будут закидывать, как на всяких рофл-турнирах. В принципе, все. Сегодняшний день подошел к концу, будем посмотреть. Все предикты, так же как и после первого дня, у меня записаны в Excel таблице. Дальше уже потом буду выкладывать видео, что же произошло, что так, что не так, сколько заходов, сколько не заходов. Приблизительно, возможно, даже запомню коэффициенты, сколько бабосиков можно было поднять, если тупо проставить то, что я сказал. Ну а на этом я прощаюсь. Всем пока!